Такая милая коробочка. Даже не хочется ее выбрасывать. Может быть, что-нибудь складывать. Заказала себе кое-что на Wildberries. Это набор. Тихо. Чуть не улетел. Тяжелая такая штука. Так, вот такая нефритовая пластина. Каменная. Делать массаж лица. И вот такая. Где мои ножницы? И вот такая палочка. Это тоже нефрит. Делать массаж. Когда я была на Валааме, там был такой киосочек небольшой, и я заметила там вот такие вот штуки. Я уже собиралась это покупать. Вот такая одна пластина у них стоит 500 рублей. Ну, туристическое место. И, по-моему, я не спросила, сколько стоит вот такая палочка, но такой набор стоил бы 1000 рублей. Я на месте зашла на Wildberries тут же, и оказалось, что вот этот наборчик стоит 300 рублей, а продают, представляете, по 1000. В общем, Валаам завален Wildberries-овской всякой историей. Да, поэтому... Но все равно мне понравилось, и я решила, что... Хочу. Я давно хотела такую штуку, сыворотку наносить на лицо. И вот такую, делать массаж по скулам, вдоль глаз. В общем, очень довольна, хочется уже пойти и попробовать. Вот. Так что мой вам совет, если вы где-то в туристическом месте, что-то вам приглянулось, какая-нибудь подвесочка, какая-нибудь финтифлюшечка, зайдите на Wildberries, там это все раза в 3 дешевле. Ну, конечно, это была бы память о Валааме, это, в этом тоже что-то есть, но вот это теперь будет память. Да, вот что хотела сказать. У нас фотосессия началась с девчонками. Мы сегодня приехали в парк Монрепо, гуляем, отдыхаем, останемся тут на ночь. Такие скалы, горы. Ну, кто был в Выборге, тот знает, что это такое. Вот. У нас тут такие царские хоромы. Одна комната. Вот тут буду спать я. Тут у нас гладильная. У нас... Не, я экскурсию провожу, так, чисто запомните. Тут у нас кухня такая шикарная. Гостиная, где мы соберемся вечером и будем... И, ну... 8 пультов, пожалуйста. 8 пультов, фиг знает от чего. В общем, вот такой шикарный вид. Мы в историческом доме живем. В общем, такие дела. Собираемся в ресторан ужинать. Вот, детки. Может, тоже что-то смотрим? Ну, не, мы не тебе. Какие-то хозяйские, конечно. Вот такой в моей комнате шикарный балкон. Очень странный ресторан. Мы сидели большой компанией, с нами дети. Дети вышли танцевать на танцпол, подошли охранники и выгнали нас. Ну, сказали, убирайте своих детей. И, в общем, нас предупреждали, что с детьми танцевать, ну, до 10 дети должны уйти. Но мы как-то
халатно отнеслись к этому замечанию. Нам сказали, если они будут тихо сидеть, то можно. Но нет. Дети, конечно, пошли на танцпол. Единственные, кто там танцевал. Ну и подошли двое мужчин почему-то ко мне. У нас все танцевали, а я так осталась. Подошли и сказали, ваши дети, убивайте их. В общем, как-то неприятно. Мы больше сюда не придем. Гуляем по центру. Пришли на рынок. Такая тут площадь. Нашли еще один красивый дом. Там такие медведи сидят. Наверху не видно, кто сидит. Такое, знаете, как будто ты в Риге где-то гуляешь. Вот такое настроение. Какой-то собор интересный впереди. Немножко запыхалась верхоти на пригорку. Так, а там что такое? Экскурсия, наверное. Усадьба. О, пойдемте. Или туда. Мы разделились нашей компанией. Каждый пошел туда, куда он хочет, а я пошла сюда. Зашла в такой красивый ресторан. Сейчас что-нибудь съем вкусненькое. Такой вид. Я хотела сперва сесть вот на этой терраске, но там можно только напитки пить. Чай, кофе. А кто хочет перекусить, то вот здесь. Апиролька мой. Это, кстати, мой первый апироль за это лето. Только сейчас об этом вспомнила. Как такового лета у нас еще не было, поэтому даже сейчас сижу здесь прохладно. А теплых вещей я с собой не взяла. Местный аттракцион. Нужно вбить монетку на память. Села на солнышко погреться. Нам остался гулять час. Потом садимся в поезд, в «Ласточку». Для меня это такое открытие. Я предложила ехать всем на машине, но отказались. На машине сюда ехать больше 2 часов от Питера до Выборга, а «Ласточка» сюда дошла за час. И оказалось так комфортно, так приятно. Так что я даже не ожидала. И первый раз в Выборге осталась на ночь, тоже такое небольшое путешествие. Но я думаю, мы его повторим, потому что мало погуляли в парке. Парк, я помню, давно-давно здесь была, и там была такая разруха, а сейчас прям я его даже не узнала. И хочется еще погулять, поплавать на кораблике. У нас часть компании поплавали. Я не поплыла. Ну, прохладно, хоть выдают пледы. Сока, хочешь? Остался у нас часик, и пойдем. Поедем. С собой кепочка, чтоб не напекло.
Собачьи портреты. Что это такое? Милая комнатка. Скоро дождь пойдет. И вот описание этой комнаты. А вот это ее кабинет жены Державина. И смотрите, это книги. Это ее настоящие книги на французском языке. Представляете, как они сохранились? Это же очень-очень. Так, мы в его кабинете. Это его последнее стихотворение. Тут все закрыто. Выхода нет. Но мы найдем. И вот это его кресло настоящее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.